Двухдневный международный конгресс «Рунейро-2016» проходил в конце ноября в Республике Крым. В отеле «Ялта Интурист» собрались ведущие специалисты в области нейрохирургии, неврологии, нейроанестезиологии и нейрореанимации из России, СНГ и зарубежных стран. Конгресс проходил при поддержке и участии Российской академии медицинских наук, Министерства здравоохранения Республики Крым, Институтов скорой помощи имени Склифосовского и Джанелидзе, НИИ нейрохирургии имени Бурденко, Военно-медицинской академии имени Кирова, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, НИИ цереброваскулярной патологии и инсульта Московского государственного медико-стоматологического университета. Главным принципом, по которому формируется программа этого конгресса, является актуальность. Здесь обсуждается самая интересная тема, которая на ближайшие год или два будут передовыми, которые будут отражать не только национальные, но и международные тенденции в изучении мозга. Мы обсуждали достижения сосудистой программы, которая действительно есть достижение. Послушали рассказ руководителя здравоохранения Крыма о том, как им удалось за эти год-полтора поднять здравоохранение, чего они добились в организации помощи пациентам с заболеваниями нервной системы. Послушали передовых ученых из Института неврологии, которые рассказали об успехах клеточной технологии лечения неврологических заболеваний. Конечно, академик Крылов, главный нейрохирург, который контролирует ситуацию в стране, следит за тем, чтобы по всей территории помощь, оказываемая пациентам, была одинаково хорошей, высокого уровня. Ну и бесконечное множество других интересных докладов. Конгресс Рунейро стал уже традиционным. Нынешний пятый по счету. В этом году, мне кажется, знаменательно, что он прошел в Ялте, в таком замечательном месте. Вот. И мы добавили здесь новые темы, которые связаны, например, с сочетной черепно-мозговой травмой. Это тоже вызвало очень серьезное такое внимание. И вообще Крым стал российским, и, наверное, здорово, что здесь собралась такая аудитория со всей России, от Владивостока до Санкт-Петербурга, Белгорода, и все обсуждают в едином ключе эти вопросы. Мне кажется, это здорово. Место проведения конгресса Крым было выбрано не случайно. Вы знаете, что Вероника Ивановна Скворцова, наш министр, она явилась родоначальником так называемой сосудистой программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас охвачены почти все регионы Российской Федерации, и последние два года мы хотим включить сюда и Симферополь, Крымский полуостров, и город Севастополь. Благодаря этой программе, например, число операций при геморрагических инсультах увеличилось в 7 раз. Мы делали всего 15% необходимого числа операций в Российской Федерации. Сейчас делаем 100%. Очень сложная проблема хирургии аневризм головного мозга, так называемая пилотажная хирургия, когда нужно иметь возможности диагностики, там, ангиографии, компьютерную томографию, иметь хорошо оснащенную операционную, иметь хирургов, которые могли бы владеть этой методикой. За время программы мы модернизировали почти половину отделений нейрохирургии Российской Федерации, полностью переоснастили, поставили различные системы навигации, интраоперационной диагностики, операционные микроскопы, создали программы обучения этих специалистов, ну и создали новый план нейрохирургов. В целом, конечно, это позволило потянуть всю нейрохирургическую специальность. То же самое мы, конечно, хотим сделать и в Крыму. Здесь выступал заместитель министра здравоохранения Шапунов Антон Александрович. И за два года они довольно много сделали в оснащении нейрохирургических отделений. Я думаю, что после того, как откроются региональные сосудистые центры в Симферополе и в Севастополе, мы будем активно сюда приезжать и помогать в формировании новой хирургической техники. Научная программа Конгресса Рунейро 2016 объединила такие области, как хирургия и интенсивная терапия черепно-мозговой травмы, хирургическая тактика и интенсивная терапия при ишемическом инсульте, анестезиология нейрохирургических операций, интенсивная терапия коматозных состояний и другие аспекты неврологии, включая нейрореабилитацию.